дела. И я в первую очередь хочу извиниться за то, что у меня на канале нету целых 3 серии. На самом деле мы отсняли уже 3 серии после второй. То есть 3-ю, 4-ю и 5-ю. Да? 5-я была. Да, у меня так не получилось, потому что я... Все эти серии были у меня сохранены на компьютере, но мне пришлось переустановить Windows, и я забыл о этих сериях, я их никуда не сохранил, и, собственно, они у меня удалились. Но эти серии, собственно, есть у Олега и Димы, собственно, и я дам ссылку в описании тогда уже. И вы там перейдете, посмотрите, все дела. Да. Что мы в этом серии будем делать? А вот мы не подумали. А можно сделать ферму. Кстати, хорошая идея. Давайте сделать ферму. Да, кстати, у меня, наверное, последняя часть серии не будет, то есть а там, где мы строили этот портал, так как видео не хочется рендериться на... Видео не хочется рендериться на YouTube. Это очень печально. Через другой браузер попробуй. Да. Потому что у меня тоже там была ошибка, я через Google Chrome зашел, если все нормально стало. У него было, ну да ладно. Короче. У нас есть забор, нет? Нет. Ну можешь нам сделать. Так. Ой. Звуки, наверное, в Minecraft надо чуть-чуть сделать. Нет, вот так, в принципе, все тихо, да? Неважно. Сделаем тут еще все на 50. Ой. Где ферму будем делать? Не, где-нибудь. Логично. Ну да. А чё, нет? Надо тут красивее сделать нам. Чё покрасивее? Двор. Ой, да нормальный двор, чем тебе не нравится. Выходишь, а тут яма. Где? Так чё, обычное дело. Ну да. Как скурился. Я пока что тут все выравнивать буду. Окей, я все выровнял. Ладно. Минутка. Бля, ты что делаешь? Типа здесь покрепее, да? Да. Да. Где у нас ферма-то будет находиться? Давайте все здесь. Наверное, у воды. Ну вот здесь тогда. Ой, идея. Где? И Индия вот здесь. Не, давайте не так вообще. Она будет подвижная. В смысле? А, то есть там? Да. Вот так. Ну, вот. Тут вода и вот так вот. Ой. Так, у меня земля кончилась. Да? Здесь неровно же. Все, у меня больше нет земли. Пойду в пещеру просто покрасивее сделаю. Что у нас на ферме это будет? Там пшеница, морковка, картошка. Да, можно еще сбегать. Тиквейры, арбузы. Все будет. Адские бородавки здесь не растут? Вроде растут. Нет, не растут. Вот. Их можно поставить, но они не растут. Да. Мы в свое время узнали много фактов о Майнкрафте. Это кстати, насчет фактов о Майнкрафте. У нас, походу, будет еще серия, и, походу, это все. Из может, этой рубрики. Мы больше не можем найти интересных фактов. Факты закончились. Остальные, они, их, конечно, много, но их уже очень много кто знает. Нам даже в одних из своих серий приходилось менять факты, которые уже и так многие знают. Вот. Потому что не удалось округлить. Так что такие дела. Им придется, походу, придумать другую рубрику. Да. Печаль, обидно. Может, вы здесь что-нибудь осветите? Нету факелов.
Ну и ок. Ай-яй-яй, да ну. Здесь такие дальше продолжают. Да что такое? Так, подожди. Тем. Подожди, тем. Что-то как-то тут. А два это все надо. Да, господи, не падай. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, лол. 7, 8 точнее. Вот эту вот фигню это нафиг вырую, а то он мешается. Так, верстак, верстак, верстака у меня с собой. Да что такое, меня телепортируют иногда. Бывает. Вы у меня в скайпе все время лагаете, что дальше? Ай-яй-яй, у меня ухо зачесалось. Да, кстати, я хочу, ну, мы за лаги скайпа, так как, да, некоторые вы можете не понять из-за лагов скайпа, да. Допустим, Совикс говорит, ты ему резко по щам дает. Это все лаги скайпа. Кстати, этой проблемы мы уже очень давно пытаемся исправить. На самом деле уже полгода, наверное. С того момента, как она появилась. Но потом недавно мы узнали печальную вещь, то, что ее нельзя исправить, потому что это просто баг. Скайпа. Да, который просто... Да, такие дела. Поэтому не знаю пока, что делать. Мы уже пытались искать программы новые. Как раз вчера. Нифига не нашли. Надо было это заснять. То она не поддерживает групповую Привет. Связь, то качество вообще ужасное. Ну да. То еще что-нибудь. Блин, слушай, дайте кто-нибудь булыжника. Четыре штуки. Возьми ты его внизу. С нам. Что тут? Что это вообще? Ну, чё мне там бежать придется 10 тысяч лет вниз? Вот я выкинул около этого. Тут. Окей, спасибо. Ещё ты дал. Окей. Чё ты творишь? А, ясно. Опс, не туда. Ой. Надо бы ещё сверху взять. Так, тут булыжником. Да, решили сделать ферму, а делаем вход в пещеру. Отлично. Вот бывает же такое, земли нету. Не хватает, точнее, все время. У меня их 53 штуки. У меня их 3 стака вроде, или 2. Да, 3. Ну видите, какой я удачник. Победитель по жизни просто. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять и десять. Так, допустим, здесь пшениц. Здесь. Ай. Не знаю, там, например, картошка, здесь морковка, здесь тростник, например. Да! Маленькие зомби. Иди отсюда. Стрёмный. Странно, он умер. Да чё вы все... Напали на меня, засранцы. А ты плавай здесь. Иди. Нужно бы лестницы так все вниз сделать. Кто тебе верстак убрал? А, то, что тут было неровно. Поставь куда-нибудь его. Так, печку иди отсюда, а то еще искупаешься. Допустим, я прижнал. Все. Не в курсе, конечно, что вы там творите, но мне это уже не нравится. Мы 5 минут думали, куда верстак поставить.
В итоге смотри, куда поставили. Мне никогда. Что это такое? Что это такое? Не понимаю. Вообще ужас какой-то. Фу. Да отвалите вы, зомби тупые. Я прям на вы с ним обращаюсь. С ним? Ну фигня. Олег, у тебя много земли, дай землю. Уже немного. Нормально. А у нас рассвет уже. Хоп. 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 Ай. Ай. Не висло. Да что тебе надо-то от меня, зомби вонючий? Зависание, не зависание, а как-то. Короче, назад иногда телепортирует. Не знаю, меня вроде не телепортирует. Что-то мы как-то криво ее вырыли. Ай! Кепка. Что? Ой. Ладно. Всё. Норм. Текс. А я типа такой сейчас. Ёп-ёп. Гекс. А, пещера какая-то. Слышь, Олег. Еще один. Очки. Смотри на Влада. А, одного булыжника не хватили, дайте булыжник. Рядом с мной является. Такой хипстер. Да не землю, дурак. Действительно. Да. Да дайте вы булыжники. Никакой земли. Ой, никакой разницы. Че ты мне землю даешь? Мы любим землю. Понимаю, земля это круто, все дела, но. Олег. Вот, блин, вот рушь вот так вот, булыжник. Да, знаю. И, конечно, пипец удобные. Как мы здесь обходить это дело будем? Я сейчас там дверь поставлю. Ой. Вчера с Олегом и Димой гулял. Потом Дима убежал. Ну, он испугался чуток. Ну, потом я, короче, долбанулся локтем об железяку. До сих пор локоть болит. Чем это вы там? Дурак. В турниках лазили. Зенки. Где у нас блоки? Вот они. Все застряли. Что мне надо, что было? Мне нужно сделать мотыгу. Так сказал, мотыгу. 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 Прикольное слово. А, подвисло. Time to farm. Дачный сезон. Переводчик персональный. Адвентур тайм. Адвентур. Оп, оп. А здесь пшеница, здесь картошка, здесь морковка. Здесь тростник. Здесь арбузы. Есть тыквы. Во, как четко все. Так, значит, здесь все пахаем. Спахиваем, точнее. Так, у нас здесь картошка и морковка. Значит, тут вообще все. Вот на этой, вот там, там разделе, точнее, все спахиваем. Сказали, будем в этой серии делать ферму, а ферму делаю только я.
Отлично. Чё, это же логика. Ты чё творишь? Что, типа такие спускаемся? Ладно. Я Дима, убери это. Так. Я думаю, неплохо. Вот, меня откидывает назад. Что за дела? Что-то я проголодался чуток. Ясно. В Майнкрафте, в смысле. Сейчас. Все круто. Что-то у нас еды мало. Вот я про тоже. Ее вообще нет. О, сейчас вот. Вот оно, все это дело. Ферма будет такая космическая. Опасно звучит. О, железо. Смотрите, это типа здесь такие проходить. Досок у нас что-то не особо много. Придется рубить. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Смотрите. Реально, тихо ты. Дайте мне вылезти отсюда. А, железо покатилось. Бывает. Эй, Олег, лови. Цунами. Окей. Окей. Ой, во. На картошке и морковке нету. Я смотрю, у каждого тут своя атмосфера. У меня своя, у вас своя. Я пойду, короче. Ясно. Я пойду искать деревню. Окей. Нормально. Ты точку дома поставь. Точнее. Ой, точно. Маркеры, новый маркер 1, 2, 3. Ты бы рассказал, почему у тебя все такое тут космическое, такое, Влад? Что, в смысле? То есть, почему маркера сбросились, вот это все. Я уже сказал то, что я Windows переустановил. Ну ладно. В самом начале серии. Окей. Значит, я куфу. Че? Да куда я жму? Я куда тут жать? Уже все забыл. Вот сюда. Курицы. Буду с них яйца собирать. Кстати, у меня же есть несколько яиц в этих, в рюкзаке. Ясно, понятно. Приду и разобью их. Вот тут овечки. Чё, я без звуков-то играю? Ты уже поставишь всё, во. Всё, Олег. Чё, куда-то зайти идти? Где-то фигня. А, вот. О, всё, так-то лучше. Чё здесь вода течёт? Надо ведро. Ладно, согласен, это как-то не очень. У нас тут это, щель. Щель? Да. Расщелина. Зрители, конечно, не поняли, почему мы заржали, но это не важно. Царапина. Ладно. Это мы вчера упоролись маленько. Ну да, ну да. Да, Влад. Я тут тут о чём? Так ты заразил нас. Ты. Это я тебя заразил, а ты уже начал там фигней страдать. Бред нести. Да что ж такое? Опачки, попочки, попочки. Коробочки. Ясно. Что зачесался? Если я вам скажу кое-что, вот ко мне не телепортируйтесь. Не-не-не, ты чё? Фига ты там что творишь? Я нашел пирамид. Это тут при чём? Окей. Алмаз. Я у тебя броня, седло.
Слупок. А, да что ж такое? Хорош мне тут моды проверять. Так. Обновление. ТПС. А тирток. Вот меня назад откидывает. For speed. Не знаю, почему. Потому что это ты. Кстати, не знаю, зачем я это, конечно, говорю. В принципе, два дня это ничего. Но завтра, а сегодня пятница, 11 число. Завтра мы, короче, я и Дима уезжаем коллегу на дачу. На два дня. Вот такие дела. Спалил контур. Ну и все, больше ему ничего не говори. Сразу же так и берем, Олег, его связываем. Все. Мы тебя свяжем, понял? Такие угрозы. Точно, дерево нужно, дерево. У нас фермы животных нету, как так? Потом ее сделаем. Ты бы видел себя со стороны, Олег. А чего у меня очки делают? Я видел себя со стороны. Ой. Я такой тут ниндзя. Ясно. Что это? Паникующий цыпленок. Вот супер ферма просто. Что? Нет, не надо, нет. Ты его закопаешь, не надо. Он хочет жить. Я тебя закапываю. А? А, ну это тогда ладно. Иди отсюда. Иди вниз, я тебе сказал. Нет, ты меня сейчас убьешь, у меня 2 хп. Иди отсюда. Я 2 хп, не надо. У тебя 3 хп. 2 хп. 3. Жизнь, мод все ворвет. Врет. Хоп-хоп. Не надо, давай цыпленку хотя бы спасем. Я пришел тебя спасти, Джордж. Я его убил в результате. Добрый какой. Как-то это странно выглядит. Ну. Чё у него там за шапка? Ашота какого-то. И такой Олег. Ашот пришел. Ладно, думаю, на этом можно поставить waypoint. Ясно. Тут. А го дракона убивать? Почему бы и нет? А что? Ой, кстати. Еще одна новость. Она не стопроцентная, но возможно она будет правдивой, так сказать. Короче, по крайней мере, у меня уже есть план для следующего сезона. Ого. Точнее. Хотя, да. Не важно. Я такой пришел, постоял, посмотрел, ушел. Ух ты ж, вот это я забор надел. Очки? Кто хотел сплавить очки в печке? Кто же это может быть? Пуф, 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 пуф. Ты чё, сюда иди. Привет, Ай. Привет, Ай. Окей, я немножко там в земле топтанул. Топтанул? Олег, знаешь, что у меня есть? Пушка. Только Владу не показывать. Тихо. Ясно. Чё у вас там? Я чё-то не понял. Иди. Ты сейчас. А куда она делась? Рассказывайте, всё равно на ваших видео вижу. А, да.
Не-не-не-не-не-не, это ничего. Стоп. На-на-на. Эфикелет. Ну берись! О. Тихо, сейчас. Есть один булыжник? Есть. Скинь. А теперь... Вы там что творите? Слышь, не палимся, не палимся. Ой, ей. Тихо, пойдем за мной. Такие школьники. Я что-то не понял, вы там что от меня скрываете? Где мы? Ладно, давай тут. Ты где? Ну вас нахрен. Ты где? Тут. А, ясно. Ай, кирка сломалась. Да все, думаю, можно уже. Все. Отойди, отойди, отойди. Сейчас он не идет. Нет. Просто пожница. О, спасибо за идею. Ой, воу. Логика. Прокопай. Немножко не достаю совсем. Ты что-то не понял. Давай, прокопай. Эй! Мы офигели! Иди отсюда. Да ты что, дурак? Ты дурак, Олег! А! Идиоты. Ты что сделал? Я спас твою вещь. Привет. Гони вещи. Куда ты? Спрашиваешь, дурак. Они здесь скачут, слышь, перестань. Нахрена ты мне дал свою какашку? Маленькую. А где она? Лопату где моя? Я тебе только что кинул. Она укатилась. Да вы охренели! Ого, я пещеру нашел. Так, что мы еще-то делать будем? Может, все? Нет. Ничего, с ума сошел. Эй! Дима, иди сюда. А забор где мой, я что-то не понял. Ой, калитка, калитки где мои, я не понял. Опс. Это уже не ко мне вопрос. Слышь? Ай, смотри, маленький такой дрыщ, я его тралю. Ай, ай, нет, один удар, и я труп. Пожалуйста, не бей, пожалуйста. Тихо, тихо. Спокойно. Я взял только TNT и достал. Тихо, тихо, тихо. О, ща мы добудем железо. Он не ставится. Ай, беги! Ай, кто-то в стиме пишет. Темна. Больно. Пишут. Ого, у меня 12 железа. Офигенно придумали. Ой, ну, я только уходим. Был, ничего не вижу. Уходим отсюда. Оставим его тут один. Одним. Это ну. Дурак. А чё я-то? Сломал систему. Ты вроде деревни хотел искать. Уже я нашел. Я нашел этот пирамиду, и мне этого достаточно было.
Слушай, это надо было делать для того, чтобы у нас была картошка и морковка. Так, по секрету скажу. Пауза, 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 пауза. И мы продолжаем, да. Кто-то не сделал паузу. Буду показывать пальцем на Совикса. Ай! О, там ай! Стрела горящая. Прям анимация там есть стрел... горящая стрелы, слышь ты. Офигеть, как так? Смотри, как на! На! Ай! На! На! Короче... Ой! Живее! Вещи гони мои. Весело я смотрю вам за. Вещи мои гони. Да блин. Вещи гони, кирка алмазная. Вы тут чё весь сад-то расстреляли? Что это случилось? Воу! Давай это. Ясно. Блин. Хотел сделать калитку, так и не сделал. Сервер лагает, удали его. Меня... А, да. Почему бы и нет? У меня есть две калитки. Да ё! Чё же делал? Сейчас вы будете нет. завидовать моими, моей шапочке, да. Всё, теперь мне нужен тростник где-то. Тростник, ого! Нет тростника. Где тростник? Нужен тростник. Тростник, ты где? Что-то мы давно не выходили за пределы нашего дома. Были только в аду. Вам не кажется? Никто на меня не обращает внимания, блин. Я шапку новую выбил. Но вот бывает. Да-да-да, подними так руки, слышь. F, нажми около забора. Около забора, F, нажми, встань. Прям уперись в забор и нажми F. И посмотри с себя на стороны, со стороны, короче. F нажми. Нажал. Ну, чтобы, как, какая у тебя там кнопка, чтобы это, грабаться, забираться? О. Типа убийца. Ничем. Куда мне? Куда я собирался? Я поплыл. Все, я поплыл, пошел. Большое путешествие. Туда пойду. Саблезубая карапузика, господи. Дорогие. Че? Плохо дело. Юзи вспомнил. Так. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Эй, стоять, Совикс. Ты че? Вам с дуба не... рухнул. Вам не скрыться. О, шапочка! О, шупер шапочка. Ночью проснешься, а тут за окном такая морда. Ничего себе, ты так прыгаешь на воде, как Иисус. Да я сейчас спидхакер смотрю. А, блин. Ясно. Да, в повторялке. Па-бам. Ты внизу, а я наверху. Ой. Вторую руку включу. Да где тут гребаный тростник? Чё там, тростник ищете? Я нашел. Мог бы меня попросить, я бы тебе не дал. Спасибо. У нас он в сундуке валяется, как бы. Бум-бум. Кстати, да. В сундуке каком-то было. Даже в сундуке с едой. Пофиг, будет больше. Вот это красиво сейчас. А, нет, показалось некрасиво. Бывает. П. Все нормально. Я так и думал. Да я телепортировался домой, я тупо падал вниз. Бывает что.
Кстати, у меня такая же шапка есть, Олег. Тебе. Блин, проблем. О, ты видишь эту шапочку? Нет. Ой. Сначала сбил микрофон. У меня такая же кепка есть. Тун-тун-тун. Чё забыл? Ай, ладно, это не видно. Еще будет супер прыжок. Everybody. Ой. Что там что творить? Тебе делать больше нечего. Ладно, так, просто лень бегать. Ого, гравия. Ничего себе, тут гравия. А где моя лопата? Не спускайся. Гравийный биом. Гравийный. Гравиевый. Гравопав. Овцы. Итак. А нет. Нет, не так. Я же хотел показать супер-мега-прыжок, как надо ложиться спать. Ой, нет, неправильно. Yes. Вот так. Ладно. Я смотрю, мне вообще заняться нечем, я к вам. Чего у тебя за спрут на башке? Подумаешь. Да вообще. Ты. Злой такой. Ничего себе тут шапочка. Да я еще ни одной шапочки не нашел, офигели. Кэп. Во. Чё фигак такой якурятин бегает, а у него шапка свинья такая на нем. Это как с пауком было. Мыло. Как с пауком мыло. А! Стоило мне сказать это. Кто человечка на голову хочет? В смысле? Человечка на это на голову хочет. Не хочу. Я поплыл. Оп. О, еще да одна ладно. Шапочка тут есть. Опять гравиевая это руда. Тут ангелок. Круто. У меня свиньи. Крипер. Ой. Свиньи. Я иду к вам. Это, блин, надоело в микрофон дуть. Так. Хорошо. Сейчас с такой шапкой буду ходить. Так. Зачем я тут вообще хожу? Ничего себе тут. Я биом этот нашел, где большие толстые деревья с грибами. Бывает. Еще равнину нашел, в которой. Зачем вы там вообще ходите? Зачем нам? Этот зимний биом нашел. Давайте все домой да заканчивать вот, серию. Вот это шляпка! Алло! Вот это шляпка. Привет. Шляпка, ты где? Сейчас я тут пробегусь на. О, откуда это все дело? Надо заготовить. Не, ну за такую шляпку нужно поставить лайк, нужно. Ну, бывает. Прям что это такое? Где? А, не, все нормально. Показал, что данж какой-то такой. Гоните домой. На обед. Море эмоций. Смотри. Какой у меня шапочка. А ты какая у меня? О, господи. На драго. Ой.
Заноси, давайте. Ты чё? Ты мне одно хп оставил. А чё у тебя зашли? Калка. Так, оставим, собственно, камеру на верстак. Отлично. Шапка такая у Димы. Ладно, ну с вами был Савикс. И Гардекс. И Феликс. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, приглашайте друзей. Удачи и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.